четверг, 30 августа, в Рязани прошло заседание сельских старост. Чтобы пообщаться с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым и своими коллегами, собрались 850 старост сельских населенных пунктов региона. Чуть более месяца назад состоялся первый в современной истории региона сход сельских старост. Знаю, что был серьезный и заинтересованный разговор. Вы все проявили большую активность. Обозначили наиболее актуальные вопросы, которые волнуют жителей ваших населенных пунктов. В их числе использование сельхозземель, сохранение водных объектов, благоустройство, охрана правопорядка и ряд других. Я хотел бы поблагодарить вас за неравнодушие, за готовность и дальше участвовать в работе по улучшению качества жизни земляков. Сегодня по инициативе президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина укрепляется система местной власти. Как всем хорошо известно, ближе всех к людям именно местное самоуправление. И ближе всех к своим землякам старост. Он должен знать все проблемы односельчан и при этом быть хорошим, как это принято сейчас говорить, менеджером, чтобы вместе с другими органами власти добиваться решения возникших проблем. В этой нелегкой и очень важной работе вам поможет новый региональный закон о регулировании некоторых вопросов статуса старост сельских населенных пунктов Рязанской области. Хорошо, что проект уже прошел широкое обсуждение. Вы и ваши коллеги всех муниципальных образований региона детально рассмотрели проект документа на встречах в Спасклепике, Скопине, Александра Невском, Шилове, Сасове, поселке Соколовка. Наиболее конструктивные инициативы, высказанные вами при обсуждении, обязательно будут учтены. Но уже сейчас можно сказать, что разработанный законопроект практически построен на ваших предложениях. Вы хотели четко обозначить круг полномочий. Они определены. Получать компенсацию за расходы, связанные с вашей деятельностью. Это тоже будет сделано. Высказывали пожелание иметь удостоверение, подтверждающее ваши права. Утверждена и форма этого документа. Я приглашаю всех еще раз детально обсудить законопроект и роль старост в системе общественного самоуправления Рязанской области. Уверен, что и сегодня в процессе обсуждения мы услышим очень много интересных, толковых, дельных предложений. Спасибо вам за ваш труд. Это для нас действительно для всех очень важно. Спасибо.